Всем привет, меня зовут Александр, вы на канале Алекс и Таксуй, и сегодня у нас пятница, время 7:30 утра, я уже практически на линии, сижу в машине, сейчас посмотрим, что у нас с кэфами, в Троицке хорошо горит, наверное, поеду в Троицк, я думаю, что с утра я туда уеду, я сейчас по пути просто поставлю куда-нибудь, я просто выйду на линию, может, что-нибудь хорошее упадет, у меня активность, в принципе, есть, могу сливать чуть-чуть. Так, что мы имеем на утро? Рейтинг у меня пятерочка, активность 91, платина. Но отсюда нет смысла выходить на линию, поэтому я поеду в сторону Троицка. И там уже на подъезде в Троицк буду выходить на линию, чтобы побыстрее получить заказ. Не знаю, какой заказ буду ждать, дальничок, не дальничок. Возможно, что-нибудь до коммунарки, потому что там до коммунарки сейчас утром примерно косарь 200 ехать. Это по эконому. По каплюсу должно быть поинтереснее, потому что... Ну, как ни крути, цены выше. Сейчас начнут писать, что не пристегнут, но я сейчас пристегнусь, поэтому если кто-то переживает, не переживайте. Вот. А вообще пристегиваться нужно сразу, чтобы не было потом никаких вопросов. Вот. Что, машина чистая? Ну, по-хорошему, конечно, и помыть надо, потому что она уже у меня такая чистая, уже несколько дней. Вот. В общем, вам хорошей смены. Пятница должна быть хорошей. Приятного просмотра, не забудьте подписаться на канал, поставить лайкосик тому видосу и написать комментарий. Я все комментарии читаю, даже самые гневные и неадекватные. Не на все отвечаю, конечно же, но тем не менее. Опа. Привет тебе, если смотришь. Ну, вообще, раз поздоровался, значит смотришь, поэтому привет, халал. Вот. О, полицейские лежачие сделали. Такие дела. В общем, я работать, а вам приятного просмотра. Друзья, если вы в поисках надежного парка для работы, то рекомендую Эксперт Парк. Сам лично работаю через этот парк. Ребята очень серьезно подходят к своему делу и всегда стремятся улучшить свой сервис. Включают Яндекс.Такси и Яндекс.Доставки по всей стране. Комиссия парка всего лишь 50 рублей в сутки. Есть возможность покупать смены в долг, но в тех регионах, где это еще возможно, и для тех, кому это еще возможно. Автоматические выплаты без комиссии. И также есть 4 варианта возможности моментально вводить деньги. Выбирай тот способ, который подходит именно для тебя. Также подключают к сети Мойбу по всей России и также подключают самозанятых водителей. Все ссылочки я оставлю в описании. Переходите на их сайт, регистрируйтесь, подключайтесь. Техподдержка работает круглосуточно. Время 7:52, то есть 22 минуты с момента выезда из дома, я поймал первый заказ. На самом деле заказы прилетали, там с платной подачей 90 рублей, 99, 450, но это все заказы были такие, так скажем, коротенькие, в том плане, что до МКАДа. Сейчас, конечно, заказ мне упал еще короче, до аэропорта Внуково, но с кэфом 1.68. Уже как бы чувствуете, да? Должно быть прям хорошо. Ну, то есть Троицка КФ 1.68. Я думаю, это будет хорошо. Пишите в комментариях, сколько это будет стоить. Кто первый угадает, не, это нечестно будет. Тогда мне придется не показывать. В общем, давайте. Кто первый угадает, сколько это все стоит, тому что-нибудь, тот молодец, короче. Хотел сказать соточку на баланс телефона, но, блин, это нечестно будет, потому что вы можете посмотреть и... В общем, не получится розыгрыш, пацаны, соточки на баланс телефона. Ну ладно, не суть. Мне еще 5 минут до подачи ехать. А на улице начинается дождик. Вот уже потихоньку моросит. Уже вот первые капельки на стекле есть. Поэтому будет хорошо, я думаю... Можно прям хорошо заработать сегодня. Сегодня пятница, напомню еще раз. И я надеюсь, что даже несмотря на то, что я выехал рано, я сегодня заработаю неплохо. А я тут зашел активировать промокод. И смотрите, мне еще промик прилетел. Круто, теперь у меня 3 промика. Кайф, спасибо, пацаны, вам спасибо. Сегодня работаю без конца Яндекса. Поэтому, если хотите тоже отработать смену, даже я больше скажу, 3 смены без комиссии Яндекса, регистрируйтесь как самозанятый, указывайте мой промокод в описании, и у вас будет возможность работать без комиссии Яндекса 3 смены, 3 промика каждый на 12 часов. Поэтому вы можете хорошенько так сэкономить, а я сегодня буду экономить.
своя волна, и на своей волне меня где-то поджидает успех. Боже, как хотел я увидеть свет, и как посчитал бы нужным жить мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне, вдруг увидел солнце и тогда себе сказал: я выбираю жить в Каире. 29 минут завершить. 1472 рубля. Внуково, что? Стоять ждать или ехать отсюда? Ну-ка, господа эксперты, подскажите-ка мне, как лучше быть, как лучше делать. Сколько очередь-то? Ну, кэфы тут, в принципе, горят, вот. Прям нормальные кэфы. 31 минута. 1271 рубль. Если вы вдруг решите меня спросить, где я проебал 2 часа времени, не спрашивайте, я не скажу. Но времени я проебал достаточно. И вот теперь поехал еще к нотариусу. И после того, как я съезжу к нотариусу, я только потом начну дальше работать. А еще по-хорошему, потом надо будет на зарядку ехать. Поэтому, эх, полетели. 34 минуты у меня есть, чтобы доехать, а я уже опаздываю. В общем, надо лететь к нотариусу. 46 минут, а должны были ехать 30 минут, но косяк мой, потому что геолокация затупила, и я проворонил поворот на трешку, заехал раньше, и в итоге потом пришлось еще разворачиваться ехать. Вот тут в какие-то гаражи, стройки, непонятно куда приехал. Вот. Но выглядит все прикольно тут. Так, футуристично. Как футуристично. Все разрушено, все в разрухе. О, это что за пушка? Ух. 52 минуты. 951 рубль. И следующий заказ. Получается, я на месте. 11 минут. 512 рублей. Следующий заказ тут же. Охотный ряд 2. Давненько я здесь не катался. Красиво тут, ничего не скажешь. Красиво. Главное сейчас, чтобы пассажиры сразу же вышли, и чтобы не стоять, не ждать здесь. Потому что ждать здесь нигде нельзя. Все, никто просто не проедет. Будут сигналить, орать, ругаться. 18 минут. 654 рубля. Так, следующий заказ. Почта Киевского вокзала 2. Ну, поехали. 20 минут. 721 рубль. 44 минуты, 1418, 1413 рублей. Пересчиталось. 47 минут. Схимок в центр. 1536 рублей. Ой, не попал никуда. Вот так вот. Час 03. 1739 рублей. И до дома мне ехать еще 34 минуты. Ну что, ребят, я приехал домой. Время 20:58. Получается, прошло 13 часов, как я выехал из дома, ну, чуть больше, если мне не изменять математика. Ну вот, в рабочего же времени получилось, наверное, меньше 10 часов, но заработок все равно получился неплохой. Да, с промиком, да, зато не убивался и не упахивался, а это уже самое главное. Ну вот, решил в пятницу попробовать поработать в день. Так скажем, возраст уже такой, что хочется спать по ночам дома. Нужно пытаться как-то выстраивать график. Очень пытаться. Надеюсь, у меня получится выстроить график и работать днем. Надеюсь. Вот. Как-то так. Я домой отдыхать. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забудьте подписаться, поставить лайк. Ну и самое главное, это чуть не забыл. Ё-моё, подождите. Не расходимся. Лайк ставим, но не расходимся. Сделал я сегодня 10 заказов. И получилось у меня 11365 рублей. Вот так. На одном заказе мне оставили чаевые, и потом их забрали. Я хер знает как это так. Ну, посмотрим. Все, теперь точно пока.